Fred Film Radio, Venice 79, sono Laura Della Corte e siamo qui con il regista di Goliath, Adil Khan Yersinhoff, e con gli attori principali del film, Daniar Yersinhoff e Alessandra Rybenko. E, la mia prima domanda sul film è la storia di, diciamo, la trasposizione di Goliath e Davide, però messa in un villaggio a Caratas governato da un dittatore. E quello che vediamo è che, diciamo, coinvolge la famiglia di un povero uomo che si chiama Arzu, e mi veniva da chiedere se quello che voleva rappresentare era proprio l'essenza del potere che diciamo, distrugge in qualche modo l'integrità anche di una famiglia, perché chi osa ribellarsi alla fine viene sconfitto inevitabilmente. Значит, она представляется сама, что она Лаура из Della Corte, из радио, передачи, вот, и она представила вас, следовательно, режиссер и два основных актера, и даже произнесла вашу фамилию более-менее успешно. Значит, история, вопрос такой, значит, речь идет об истории, так сказать, переосмыслении какого-то такого бинома между Голиафом и Давидом. Все дело происходит, я видела фильм, говорит, все дело происходит в уважаемом городе Каратас, которым управляет диктатор, вот, и имеется бедный человек Азу, которому страдает от этого, потому что страдает от этого диктатора. И, в общем, вопрос в том, что действительно, он в какой степени, можно сказать, что простые люди страдают от вот этих притеснений. Стоит ли вот именно это в центре образа, то есть идея маленького человека, которого раздавливает сильный лидер, диктатор и прочее. И как это соотносится с идеей Голиафа и Давида? Да, я думаю, действительно, это так. И я бы добавил еще, ну, наверное, такую деталь, что очень сложно иногда Давиду избавиться от Голиафа. Некоторые общества очень любят своих Голиафов, несмотря на то, что Голиафы должны уйти. Такая вот мысль. Ecco, la sua analisi del film è precisa, però volevo aggiungere anche un dettaglio che chiaramente Golia è molto difficile per Golia per Davide sconfiggere Golia, perché la società, per così dire, ama il suo Golia, lo vezzeggia, però comunque l'idea base è che Golia deve andare via, deve essere sconfitto in fin dei conti. Certo. E volevo chiedere agli attori come, diciamo, qual è stata la challenge, diciamo, la cosa più difficile da affrontare nell'interpretare i loro ruoli, e soprattutto come è stato anche il rapporto con il regista, visto che Daniar aveva già lavorato con lui in Dark Dark Man, e questo intanto. Cominciamo da lui, da lei? Sì, come preferisci. Так, значит, вопрос к актерам. Какой был основной челлендж, какая была основная трудность в работе над этим фильмом? Мы знаем, какие были, значит, у вас над этой ролью, какие у вас отношения с режиссером сложились? Хотя вот мы понимаем, что вот Даниар уже работал в Dark Dark Man, но в любом случае, может, что-то новое появилось в ваших отношениях, расскажите. In Russian, probably. Okay. Да, у нас помимо «Черного человека» есть еще, в общем, в целом у нас 7 картин, которые мы сделали вместе за 4 года. Безусловно, с каждой новой картиной у нас в работе появляются какие-то новые
оттенки, новые подходы, инструменты. Но в целом, я думаю, принцип остается самый главный, стержень один и тот же. Адильхан всегда дает свободу артисту, при этом он четко знает, что он хочет видеть. Но при этом он позволяет предложить ему все, что угодно, и из того, что вот ты можешь предложить ему, он выберет то, что подходит для его истории, при том, что это может быть не то, что он сам изначально видел. Но видение истории его, оно меня успокаивает как актера, потому что я знаю, что бы я ни предложил, в какую бы творческую мысль меня, степь меня не занесло, в любом случае я знаю, что есть человек, который скорректирует направление и выберет наилучший вариант. Поэтому как бы мне огромное удовольствие работать с Адильханом. Я всегда из-за этого как бы расслаблен и не переживаю, что я сейчас делаю что-то не так, и на экране это будет выглядеть как минимум неубедительно. Ну, это то, что я бы сказал о работе с Адильханом. Это, в принципе, относится и к картине «Голиаф». И я благодарен Адильхану, что он взял меня на роль такого антагониста, который все-таки в клишированном таком и формате вестерна тоже, зачастую это все-таки взрослый персонаж по возрасту. Но вот Адильхан решил попробовать и сделать вот такого молодого бандита, молодого представителя зла, скажем так, стереотипного. Я думаю, что получилось интересно, как минимум. Простите, что так много. Allora, io è giusto, oltre al Dark Dark Man che lei ha menzionato, ci sono ben 7 film dove mi sono esibito nel corso di 4 anni, nei film di Ercan. E ogni nuovo film, ogni nuova pellicola significa una nuova sfumatura, nuovo strumento, nuova penetrazione nel ruolo e nuova sfaccettatura di rapporto con il regista. Ecco, Ercan sicuramente è una persona molto democratica, dà molta libertà ai propri attori di esprimere loro iniziative, le loro proposte, però ha una visione ben chiara che sta dietro dell'insieme, per cui io gli propongo diverse mie letture, quello che mi sento di fare, e lui di solito sceglie quello che più è confacente all'idea del film, per cui sono sempre sicuro, sono sempre tranquillo che lui sceglierà la cosa giusta e che non ci sarà nel film sicuramente niente che possa insomma essere fuori luogo. Ecco, per me è sempre un enorme piacere lavorare nei film di Ercan, mi sento sempre rilassato, mi sento anche molto lusingato del fatto che lui ha scelto me, attore così giovane, per essere il grande cattivone, perché lui di solito questi boss devono avere un'età un po' più insomma avanzata, allora cioè, questa è stata un po' di scommessa da parte di Ercan, e lui sicuramente ci è riuscito. È stato infatti è sempre un piacere lavorare su una scoperta, lavorare su nuovi film di Ercan, che sempre colgo con grande piacere. Для меня «Голиаф» — это вторая картина вместе с Адильханом Ержановым. Первая была картина «Штурм», и для меня это волшебство, что мы познакомились, и я работаю вместе с Адильханом. И вот только что я поняла, что, попадая на площадку к Адильхану, ты как будто бы попадаешь в картину, которая создается прямо здесь и сейчас, и ты можешь чувствовать себя где-то краской, где-то кисточкой, где-то немножко художником. То есть создается все прямо здесь и сейчас. Это невероятное ощущение магии и искусства сиюминутного. Вот именно что... В общем, магия происходит, волшебство здесь и сейчас, и я надеюсь, что мы еще будем вместе работать. Да. Allora, e questo è il mio secondo film che ho fatto assieme, che dovremmo pensare nel film di Ercan. Il primo era Storm, che era la tempesta.
Allora, e la cosa che mi sempre mi impressiona è che si sente la magia del set, è sempre magico lavorare con lui, è una specie di arte nel divenire, se vogliamo. Io mi sento allo stesso tempo un pennello, mi sento un materiale da plasmare, mi sento anche l'artista allo stesso tempo. E questa magia del set è una cosa proprio irripetibile che io valuto in maniera particolare nella regia di Erjan. È sempre un grande piacere lavorare con lui e spero che mi prenda ancora. Erjan dice, ma sì, siamo sicuri. Beh, vi ringrazio tantissimo e complimenti per il film, in bocca al lupo per le serate che ci saranno. E Fred Film Radio, Laura della Corte, Venezia 79, film Golia, Orizzonti Extra. Grazie mille.